Программа такова, что ходят все. Ходят все и всем нравится. Сегодня в Татарской филармонии выступает легенда советской и российской эстрады Лев Лещенко. Это один из последних концертов его юбилейного тура по России. А в начале 70-х именно в Казани прошли одни из первых гастролей певца. Город потрясающий. Я считаю, что Казань настоящая столица. Вот, без всяких, так сказать, там, скидок и прочее. Я думаю, что здесь очень хорошая культура вообще музыкальная. Перед концертом Лев Лещенко встретился с журналистами. И, конечно, не обошлось без вопроса, что творится с российской эстрадой сейчас. По мнению певца, много и хороших исполнителей, и скоропортящегося продукта коммерциализации, рейтинга и формата. Мы интегрированы в общую музыкальную систему. И поэтому, если появляется, скажем, клип южнокорейского этого парня Пси, то мы не можем пройти мимо него, или там, скажем, последний какой-нибудь клип там этой самой Мадонны и Бейонсе, понимаете, да? Мы тащимся за этой мировой эстрадой, забывая, конечно, может быть, свои истоки, свои корни, традиции. Филармония как раз место, где традиции помнят. Филармониада была задумана как фестиваль классического